Такая сказочная встреча произошла с новым днем благодаря еще одному приложению, благодаря такой необыкновенной новинке, которая подарила столько нежности, тонкости, такой утонченности чувств и своим оформлением, и возможностью прикоснуться к клавишам такого уже знакомого, любимого фильма, благодаря фильму с виде рядом сольной партии, знакомством зрительно, и теперь возможность прикоснуться пальцами к инструменту, это подарило такую особую тонкость и нежность. И так интересно подмечать такую общность со всеми приложениями, и с видеотекстом, вот этот удивительный фон, и колокольчик, который напоминает о том колокольчике, который изображен на открытке раскраски, сюрпризная встреча. И этот колокольчик, который звучит, он же звучит в песне. Вот такое единое пространство сказочного мира, благодаря которому можно встретиться с той тонкостью, красотой нового дня, который живет в сказочном мире. И меня очень восхитили те нотки, когда они опускаются на клавиатуру фортепиано, как они зажигаются. Вот словно эти цветы, которые на протяжении всего фильма неизменно есть на фоне, они прямо зажигаются там. Вот. Но они мне очень их напомнили, вот это сияние цветов, как свет души, как проявление вот самого лучшего, самого чистого. Каждая нотка, она прямо зажигается этой чистотой, красотой. И вот возможность прикоснуться именно к этим звукам очень порадовала и восхитила.